Программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова на ваших экранах. О преступлениях, наказаниях, нарушениях закона и о том, что может защитить лично вас от тех, для кого нормы права ничего не значат прямо сейчас. Московским межрайонным следственным отделом города Рязани Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту обнаружения у дома номер 1, корпус 3, по улице сельских строителей областного центра трупы новорожденного младенца в полиэтиленовом пакете. До настоящего времени личность матери новорожденного не установлена. По предварительному расследованию установлено, что жительница улицы Сельскохозяйственной по городу Рязани, гуляя с собакой, в кустах обнаружила пакет. Пакет она обнаружила следующим образом. Собака забежала в кусты и на неоднократные требования хозяйки не реагировала. Вот, после чего хозяйка собаки зашла в кусты, где она находилась собака, да, и увидела, что собака лежит какой-то предмет, находящийся в пакете. Подойдя ближе, она отогнала собаку от пакета, вот, и заглянув в него, она увидела предмет, похожий на младенца, с гнилостными изменениями. Вот. После увиденного она ушла домой. Вот. Сразу не поняв, что она обнаружила, вот, она позвонила супругу. Супруг говорит: по моему приезду с командировки, мы с тобой вместе сходим, посмотрим, что это ты нашла. Вот. Полицию не сообщай. На следующий день они вместе, ну не вместе, она еще раз с собакой пошла в это место, в эти кусты, ну и, соответственно, разворошила пакет, где обнаружила тело новорожденного ребенка с гнилостными изменениями, после чего сообщила сотрудникам полиции. Вот. В настоящее время установлено, что новорожденным младенцем, да, труп, который был обнаружен жительницей, являлся мальчик. Вот. По предварительным данным, он был недоношенный, поэтому в настоящее время установить приблизительный возраст не представляется возможным, ведущую гнилостных изменений. Вот. По предварительной информации, которая имеется согласно судебно-медицинской экспертизы, мальчик, ну, соответственно, тело, да, пролежало в этом месте где-то порядка на полгода. Всем гражданам, имеющим значимую для следствия информацию, просьба обращаться по телефонам 340280, это Московский межрайонный следственный отдел города Рязань, либо в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области по телефону 21-81-69, отдел криминалистики. Теперь к событиям. Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда оставила без изменения приговор железнодорожного районного суда города Рязани в отношении 41-летней женщины. В начале октября ее признали виновной и осудили по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, преступницу приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом установлено, что в ноябре 2015 года осужденная нанесла ножом 3 удара в область живота потерпевшего мужчины в ходе ссоры из-за ранее произошедшего конфликта между ней и супругом потерпевшего. В результате преступных действий осужденной потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. В суде первой инстанции осужденная свою вину признала частично. В апелляционной жалобе просила изменить квалификацию своих действий и снизить назначенное ей наказание, мотивируя тем, что защищалась. Между тем, квалификация действий осужденной признана правильной, а назначенное наказание справедливым. Приговор вступил в законную силу. А вот героиню следующей истории, скорее всего, ждет наказание посерьезнее, в случае, если ее вину докажут. В производстве железнодорожного межрайонного следственного отдела находится уголовное дело об убийстве. Расскажет об обстоятельствах Артем Батько. На протяжении 3 лет супруг постоянно, как бы, как поясняет обвиняемая, причинял ей телесные повреждения, и, в общем, сложились конфликтные ситуации. В один из вечеров, находясь в кафе, они пересеклись по случайности, и муж стал снова предъявлять ей претензии. Произошел очередной конфликт, в ходе которого наша обвиняемая взяла кухонный нож, который лежал на столе, и нанесла им 1 удар в области живота
пострадавшего. Соответственно, лицами, кто находился в это время в кафе, начали оказывать пострадавшему помощь медицинскую, вызвали скорую медицинскую помощь, которая приехала и попыталась госпитализировать пострадавшего в больницу, но по дороге он скончался от полученного ножевого ранения. В настоящее время подозреваемая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она находится в СИЗО города Рязани. И ей по данной статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Супруги давно не жили вместе, но даже развод не решил противоречия между ними. Редкие случайные встречи почти всегда заканчивались скандалами, а на этот раз и вовсе смертью мужчины. В том же железнодорожном районе убийством завершилось совместное проживание хозяйки квартиры и ее квартиранта. И немалую роль сыграл в этой истории алкоголь. Выпившего мужчину охватила ярость, когда он не сумел открыть входную дверь своим ключом и понял, что хозяйка закрылась изнутри от него. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в конце мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался в квартиру, в которой проживал на условиях устной договоренности вместе с хозяйкой жилища. Подойдя к входной двери квартиры, он постучал в нее, но ему никто не открыл, поскольку дверь была заперта изнутри на ключ. Соответственно, стал стучать в дверь, после чего через некоторое время ему хозяйка открыла. Зайдя в квартиру, обвиняемый стал предъявлять претензии по поводу того, что его не пускали в жилище. На этой почве между указанными лицами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый стал наносить множественные удары по различным частям тела собственности жилища. Прекратив избиение, обвиняемый покинул место совершения преступления, а пострадавшая через непродолжительное время скончалась на месте происшествия. После того, как обвиняемый покинул место происшествия, он вышел на улицу, встретил одного из своих знакомых, которого попросил, соответственно, вызвать скорую и сотрудников полиции. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Материал уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлен в суд для рассмотрения по существу. Законодатели постоянно пересматривают нормы, статьи, вносят поправки и дополнения. На этот раз Уголовный кодекс дополнен статьями, которыми установлено новое основание освобождения от уголовной ответственности. Согласно статье 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Согласно статье 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ. Судебный штраф, предусмотренный вышеназванной статьей, не является уголовным наказанием, в отличие от штрафа, как вида наказания за совершение преступления, предусмотренного соответствующими статьями особенной части УК РФ. В случае назначения штрафа в качестве наказания, это лицо считается привлеченным к уголовной ответственности и является судимым. Что касается порядка определения размера судебного штрафа, то согласно статье 104.5 УК РФ, он не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей и особенной части УК РФ. Многие из вас наверняка сталкивались в жизни с теми случаями, когда решить ситуацию в быту или на работе, во взаимоотношениях с управляющей компанией или работодателем, с соседом или бывшей супругой невозможно мирным путем. Тогда возникает необходимость обратиться в правоохранительные органы. Работа органов прокуратуры с жалобами и заявлениями граждан – важный самостоятельный вид деятельности прокуратуры России. Граждане могут обратиться, лично прийти в органы прокуратуры, направить заявление по почте. Придя в прокуратуру, здание прокуратуры могут опустить обращение в ящик обращений. Кроме того, обратиться, направить в интернет-приемную письменное обращение. Граждане могут индивидуально от своего имени направлять обращение. Кроме этого, коллективное обращение. Если указано несколько фамилий, то направляется
ответ заявителю первому указанному в обращении и по указанному адресу гражданина, который обратился с заявлением. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание граждан на то, что если нарушены их права, они вправе обратиться первоначально, не приходить в областную прокуратуру, а необходимо, если нарушены их жилищные права, то обратиться в жилищную инспекцию, далее в районную прокуратуру и уже обжаловать ответ прокурора района в областную прокуратуру. Кроме этого, если нарушены трудовые права, также в трудовую инспекцию обратиться граждане могут, но и в последующем в районную прокуратуру и в областную прокуратуру. Прием граждан также ведется в органах прокуратуры, работниками прокуратуры, то есть и в районных прокуратурах, и в областной прокуратуре. Порядок приема граждан регламентирован и указан в приказе Генерального прокурора Российской Федерации, о котором я уже говорила, 45-й от 30 января 2013 года. Если гражданин первично обращается и желает обратиться лично к работникам прокуратуры, то первоначально необходимо обратиться в прокуратуру районную, в последующем прийти в областную прокуратуру. В областной прокуратуре находится график приема граждан, где принимают граждан начальники отделов, управлений, заместители прокурора области и прокурор области. Если гражданин пришел с обращениями о том, что нарушены его права и не был ни у кого на приеме, то, пожалуйста, вправе обратиться. И каждый день принимает дежурный прокурор, также принимает старший помощник прокурора области просмотрения обращений и приема граждан. Это ежедневно. Начальники отделов управления также принимают граждан ежедневно. Заместители прокурора области принимают понедельник, вторник, четверг. Прокурор области принимает в среду. Предварительно необходимо обратиться к старшему помощнику прокурора области просмотрения обращений и приема граждан. Более подробно с порядком рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации можно ознакомиться на сайте прокуратуры области, где размещена инструкция о порядке рассмотрения обращений, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 января 2013 года. Кроме того, на сайте прокуратуры в рубрике «Новости» можно ознакомиться с результатами проведенных органами прокуратуры проверок, соблюдения законодательства в различных сферах, с результатами расследования уголовных дел, имеющих серьезный общественный резонанс. А в рубрике «Разъяснение законодательства» с разъяснениями, данными работниками прокуратуры гражданам по наиболее актуальным вопросам. Кроме того, на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации функционирует информационно-аналитический портал правовой статистики. Портал разработан прежде всего в целях информирования граждан о состоянии преступности в отдельных субъектах Российской Федерации и стране в целом. Для сравнения России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную ситуацию. Информационно-аналитический портал разработан в рамках работ по созданию государственной автоматизированной системы правовой статистики, главной целью создания которой является обеспечение прозрачности, достоверности и полноты статистических данных. Беспрепятственный доступ к информации не требует установки какого-либо специально созданного программного обеспечения. Основная целевая аудитория портала – это граждане, не являющиеся специалистами в сфере правовой статистики. Информация, размещаемая на портале, также может быть полезной для общественных организаций, представителей средств массовой информации, бизнеса, органов государственной власти и управления. В целях повышения открытости информации сведения на портале размещаются в форматах, использование которых обеспечивает свободное копирование статистических данных и последующую работу с ними. В настоящее время портал обеспечивает мониторинг и анализ данных по показателям государственной статистической отчетности и данных международных организаций. Обоснованность данных обеспечивается средствами прокурорского надзора. С вами была программа «Вызов принят». До свидания.